пожалуйста, что происходит вот сейчас? Что происходит? Кризис. И вот эта вся задержка идет, связана с этим всем. Uh-huh. А что вам сказали в вашей салоне? Ну, не, не в салоне, а на аэродроме. Сказали ждать. А сколько ждать? Ну, никто ничего не говорит. Вчера обещали 20 машин, вот очередь 20 машин выгрузили. И выгрузили, нет? Никого, ни одной машины не взяли. А сколько машин, не знаете? Ну, около 75. Машины с Турции, а грузимся в Украине, в Ильичевске.